Россия пообещала Великобритании сюрприз. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пообещала подготовить для Великобритании исторический сюрприз. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия-1», сообщает РИА Новости. «У нас есть сюрприз для всех, у кого хватает либо совести, либо наглости сравнить, хоть как-то проводить параллели между Россией и Третьим Рейхом. У нас есть для них достойный ответ и подарок», — сказала Захарова. Она добавила, что сюрприз российская сторона представит на брифинге, который пройдет в четверг, 29 марта. Однако подчеркнула, что это произойдет, если все эти материалы успеют подготовить. О каких именно документах идет речь, Захарова не уточнила. В то же время представитель дипведомства заявила, что Великобритания не может предоставить доказательств того, что именно Москва виновна в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. «Это колоссальная провокация. Я бы сказала больше, это колоссальная авантюра», — сказала она. Ее слово передавал «Коммерсант». Такая реакция последовала за словами главы Форин-офиса Бориса Джонсона о том, что президент России Владимир Путин использует чемпионат мира по футболу 2018 года, как воспользовался Олимпиадой 1936 года в Берлине Адольф Гитлер. Ранее 20 европейских стран в знак солидарности с Лондоном объявили о готовности выслать российских дипломатов. Об аналогичных намерениях также сообщили в Вашингтоне. Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери. Как выяснилось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в случившемся Россию. Москва отвергает все обвинения. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.